Территорию учебно-спортивного центра «Чайка» готовят к массовой гонке «Лыжня России». Трассу прокладывают специальные ратраки. Ее общая протяженность – 20 километров. Гонка проводится ежегодно. Участие могут принять все желающие. Сейчас ведется прием заявок и регистрация. «Лыжня России» пройдет в эту субботу, 15 февраля. Спортсменов и зрителей ждет развлекательная программа и интерактивные площадки.